Компас без севера. Мне нужен билет в один конец до Ньюпорта. Пожалуйста. Ой, конечно, держи. Твой поезд номер 2051. Платформа 3. Скоро должна начаться посадка. Спасибо. Меня зовут Мартин Лонгбок. И моя настоящая карьера привела меня сюда. К моему самому важному шагу на сегодняшний день. Теперь я должен найти историю. Я должен писать то, что другие хотят прочитать, как говорит Шаба. Идеи должны исходить от вас естественным образом. Без нужды пытаться или стремиться. Потому что, если вам придется долго смотреть на пустую страницу, значит, вы недостойны пера. Лучше бы твой план сработал, странник. Иначе... Понял? Готовы? 3, 2, 1. Эй, стоять! Ловите их! Открывайте! Я забиваю спорить тебе жизнь, стра... Где он? Все на борт! Хай! Смотри, куда идешь, придурок! Извини, приятель, я тебя не заметил. Посмотри, что ты наделал. Эй, верни мне ее. Она Шаба, да? Разве он не тот хвостун, который крадет идею других собак? Нет, он дает писателям хороший шанс прославиться. О, так ты писатель. Да, то есть нет. Неужели тебе больше некуда идти в такой спешке? Он где-то здесь. Скорее! О, нет. О, они твои друзья тоже? Чего? Они мне не... Эй! Так-так. Разве судьба не забавная штука, колотышка? Соломон. Значит, тебе есть деньги на небольшой отпуск. Но нет денег, чтобы вернуть долг, да? У меня для тебя новость, пятачок. Мы не занимаемся благотворительностью. Погоди, я могу все объяснить. Я был... Эй! Ты! Сначала тебе придется разобраться со мной, Соломон. Это же Соломон. Я застал тебя пожалеть о моменте, когда ты перешел мне дорогу. Ты трус! Прекрати убегать, сра! Рока, нет необходимости в насилии. Я люблю насилие. Ты чё, твой двойняга? Мы еще можем обсудить это, да? О! Нет! Поезд! Он ушел! Беги за ним, колотышка! Чего? Стой! Стоять! Вы арестованы! Вперед! Ты с ума сошел? Тебя уже начинает получаться! Сюда! Нам придется прыгать! Я не смогу. Да, ты сможешь. Ты еще заплатишь за это. Прощай, Соломон. Я не могу поверить то, что сейчас произошло. Правда? Я тоже. Это было настоящее приключение. Ты серьезно? Это легко могло обернуться катастрофой. Но этого не произошло. Потому что из нас получился хороший дуэт, Катриш. Меня зовут Мартин. А меня Стебан. Вау. Ты только посмотри на этот вид. Это нужно отпраздновать. Возьмем один дорогу для множества приключений, которые ждут нас на пути. Эй, так делать нельзя. Да ладно тебе, расслабься. Мы служили это. А знаешь что? Делай все, что захочешь. У меня есть действующий билет, поэтому я займу свое законное место вместе
с другими обычными пассажирами. Не думаю, что можем получить доступ к остальной части. Я догадывался. Эй, мы путешествуем здесь первым классом. К тому же мы всегда можем... Я ненавижу тебя. Это была последняя. Давай я достану еще для тебя. Ха! Это что такое? Ох, успокойтесь, сэр. Ты же тот самый безбилетник, о котором все говорят. Любишь бесплатные поездки? Тогда я отправлю тебя в ту, что доставит тебя в тюрьму. Я не безбилетник. У меня есть билет, смотрите. Ох, пощади меня. Котыш, бросай мне нож. Какой нож? Вот этот. Эй, стоять! Как ты посмел втянуть меня в это? Ты бы предпочел воспользоваться его бесплатной поездкой? Негодяй! Эта богатая пустыня ставит ваши могилы. Слышите меня? Вам конец! Стой! Стоп! Во что ты только что втянул меня? Я за много миль этого места, где я вообще должен быть. А ты взял бы войти меня в преступника. Куда мы вообще бежим? Тут же ничего нет. Мы всегда можем разбить лагерь и некоторое время пожить бродягами. Ты издеваешься надо мной. Год. Тут год неподалеку. О нет. Из всех возможных мест. Пошли. Если мы отправимся сейчас, то доберемся до Эвердаста в течение 3 дней. Что? Я не собираюсь идти 120 миль. Я иду в Одвинд. Ты что, не слышал историй? Если существует забытое богом место на этой земле, это оно. И я не собираюсь туда возвращаться. О, правда? Знаешь что, я не собираюсь сейчас со своим кровожадным кредитом и на станции. Нарушать закон. А теперь еще и застрять не пойми где. И все же, я здесь. Хорошо, если ты правда так этого хочешь, тогда давай отправимся в путь до захода солнца. Мы идем так долго. Кажется, будто мы ходим кругами. Погоди-ка, ты не направляешься в Одвинд, не правда ли? Ты водишь нас кругами намеренно. Что? Нет. Ну, то есть... Смотри, мы здесь в большой безопасности, чем в этом проклятом городе, поверь. Проклятий не существует. А чего ты бежишь на самом деле, а? Мне просто нужно место, чтобы переночевать. А если ты не собираешься помогать, я сам найду этот дурацкий город. Осторожнее, коротышка. Не иди этой дорогой. Последний раз. Меня зовут Мару... Коротышка. Эй, ты в порядке? Да, кажется. Ну что ж, я понимаю, что знакомство у нас не задалось. Но будет лучше, если мы будем держаться вместе. Я поведу тебя до входа в Одвинд. Потом мы разойдемся, каждый по своему пути и будем квиты. Идет? Хорошо. Что здесь произошло? Нет. Не может быть. Говоришь, как далеко его даст? Эй! Подожди! Мы не знаем, во что ввязываемся! Стебан! Эй, дружок! А ты быстро бегаешь? Ты в порядке? Где твои родные? О, неужели ты... Воу, притормози! Все в порядке. Я не позволю ничему плохому произойти с тобой. Ты не можешь быть тут один. Поблизости есть еще кто-нибудь? Что ты? Он здесь! Одвин все еще здесь! Я думал, он исчез навсегда! Отвали от меня, болван! Я думал, ты ненавидишь это место!
Представляю самый странный маленький городок, куда ступала твоя лапа. Одвинд.